Всем привет! Мы сегодня находимся в малоизвестном, труднодоступном, но интересном месте. В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской обороны 24, на самом берегу реки Невы, расположен прекрасный Скорбященский храм, часовня и захоронение известной старицы Матроны Петербургской. Матрона Босоножка, петербургская старица, прозванная так за то, что ходила всегда босиком в любое время года. Жила она в XIX – начале XX века, умерла в 1911 году. На похороны собралось более 20 тысяч человек. Сохранились фотографии. Часовня построена, по некоторым сведениям, в царствовании Екатерины II. Она была сначала деревянная. В ней находилась небольшая икона Богородицы и всех скорбящих радость, принадлежавшая вначале купцу, который подарил ее часовне в благодарность за чудесное спасение в бурю с перевернувшейся лодкой посреди Невы. Возле часовни произошло его спасение. В августе 1888 года произошло еще одно чудесное событие. Во время страшной грозы, разразившейся над Петербургом, молния ударила в кровлю часовни. Во время начавшегося пожара часовня выгорела, но находившаяся в ней икона всех скорбящих радость уцелела. Потемневший от времени и копоти лик Богоматери просветлел, к иконе приклеились чудесным образом рассыпавшиеся из ящика для пожертвований монеты, поэтому к ее названию прибавилась приставка с грошиками. Весть о чуде быстро распространилась. К часовне потекли паломники со всей России, и вскоре стали передаваться известия о многочисленных чудесных исцелениях от иконы. Это первая и единственная чудотворная икона, чудо с которой произошло в Санкт-Петербурге. На месте чуда в конце 90-х годов 19 века был построен великолепный Скорбященский храм по проекту архитекторов Гогена и Иванова и сохранившаяся до сегодняшнего дня часовня. В советские годы храм был разрушен, а часовня закрыта. Могила Матроны Босоножки затерялась. В настоящее время возрождено внутреннее и внешнее убранство часовни. Воссоздается разрушенный храм на хорошо сохранившемся старом фундаменте. И уже сейчас мы видим, что это один из самых великолепных храмов, построенных в русском стиле, и единственный, расположенный на самом берегу Невы. Еще одно чудесное событие произошло 21 августа 1963 года.
Пассажирский самолет, летевший из Сталина в Москву, совершил аварийную посадку на Неву. Ту-124 приземлился на воду Невы прямо у часовни. Это единственный случай в российской авиации, когда при посадке пассажирского самолета на воду никто не пострадал. На борту самолета посреди пассажиров был будущий патриарх всей Руси Алексий II. Он и инициировал поиски затерявшейся в советские годы могилы Матроны Босоножки. За праведную христианскую жизнь она получила дар прозорливости, по ее молитвам люди получали помощь и исцеление. К ней обращались разные люди, от простых до царя Николая II. Доподлинно известно, что она посещала Зимний дворец, была в Иерусалиме. На сегодня собрано множество свидетельств и документов, в том числе медицинских, о чудесах, которые происходили и происходят по сей день, связанных с Матроной Босоножкой. С нетерпением ожидаем окончания внутренних реставрационных работ в храме, возвращения туда оригинальной иконы и приуроченной к этому событию канонизации Матроны Босоножки Петербургской. Документов и свидетельств для этого собрано достаточно. Ждем весны. Спасибо за просмотр.